Вы на канале Пиво Декор, и сегодня я хочу поделиться с вами идеей простой, необычной и очень бюджетной фотозоны. Причем это не обязательно должна быть фотозона, это может быть задняя часть президиума или какая-то декоративная панель. Создание такой фотозоны не обязательно использовать джутерную систему, возможно, у вас есть уже готовый деревянный каркас или какая-то конструкция из ковки. В общем, выбор за вами, используйте то, что больше нравится и то, что удобнее вам. Создать устойчивую рамку необходимого размера, куда мы будем крепить сетку и затем декор. У меня это джутерная конструкция высотой 2,20 и шириной 1 метр. Я беру сетку точно такого же размера, беру хомуты и начинаю крепить сетку к боковой и верхней части конструкции. Уже показывала, как это делать в предыдущих видео, но кто не видел, может посмотреть здесь или еще раз пробежаться по видео плейлисте, который называется «Идеи для фотозоны». Так, я беру хомуты, или еще они называются стяжки, они продаются в строительных магазинах, и прикрепляю эту сетку благодаря хомутам к джокерной трубе. Так, я прикрепила уже первый, теперь прикрепила второй, ну и где-то каждые 15-20 сантиметров сейчас буду крепить, ну еще где-то 4 штуки, чтобы закончить крепление сверху. Присоединили сетку сверху и по бокам. Сейчас я обрежу лишние части и будем крепить гофрированную бумагу. Теперь я беру гофрированную бумагу, вот такого красивого, темно-синего или можно даже сказать фиолетового цвета. И буду ее крепить точно так же, как и сетку, только кверху на стяжке. Итак, я беру рулон с гофрированной бумагой. Отступаю около 3 сантиметров, 3-4, может быть, подворачиваю ее вот так и проделываю несколько отверстий для того, чтобы вставить хомуты. Так, я вставляю в отверстие стяжку, вот так мы подогнули, покажу вам получше. Я это делаю для того, чтобы бумага была не очень тонкой, несколько слоев, так и не порвалась, когда мы будем ее крепить к джокеру. Так, я прикрепила сверху рулон с гофрированной бумагой. Если вы захотите впоследствии такую конструкцию декорировать какими-то массивными там цветами или массивным декором, вам нужно обязательно будет крепить этот декор не просто к бумаге, а обязательно делать дырку и прикреплять к сетке, потому что если просто прикрепите к бумаге, то бумага не выдержит и оборвется. Если это будет плоский, легкий декор, то можно декорировать и эту поверхность. А если уже там цветы или еще у вас будут какие-то идеи, то обязательно крепить непосредственно к сетке. Так, ну поехали дальше. Хочу еще обратить ваше внимание, что два таких рулона хватает для того, чтобы закрыть ровно сетку. Способ использовать вместо двух рулонов 3 рулона. То есть один рулон мы как бы так заводим назад и закрываем джокерную трубу. Второй рулон присоединяем уже к центру нашей конструкции. И третий рулон точно так же заводим назад, чтобы закрыть трубу. Таким образом все будет закрыто, ничего не будет видно, все будет аккуратно. Ну или если красиво просто задекорировать эту трубу, то тоже, в принципе, это не проблема. Так, продолжаем. Теперь настала очередь гирлянды. Так, я сейчас буду делать в произвольном порядке небольшие отверстия и выводить в них вот такие вот лампочки от обыкновенной электрической гирлянды. Чтобы саму гирлянду, провода не было видно, мы это будем делать в задней части. Будет такой эффект красивый звездного неба нашей фотозоне.
Итак, беру лампочки и делаю отверстие и протыкаю в произвольном порядке. Я не буду сегодня полностью декорировать эту синюю часть гирляндой, просто хотела поделиться с вами такой вот идеей. Из этой гирлянды вы можете выложить какое-то сердце, букву, какой-то рисунок, иероглиф, может быть, или вот так вот в абстрактном порядке сделать такую фотозону. Сейчас покажу, как это выглядит в темноте. Ближе. Еще нужно стараться делать аккуратненькие отверстия. В следующем видео я покажу вам, как еще оригинально и интересно можно задекорировать синий фон. Ну а пока, кому понравилось, ставьте лайки. Буду рада читать ваши комментарии. Вдохновения вам, удачи, до новых встреч. Пока-пока!